стандартный сейф монолит. Размер под заказ, крепление здесь тоже обусловлено спецификой его, место его монтажа, то есть боковая стена, силикатный кирпич, два анкера, ну естественно пол. Но пол здесь почему как бы выбрано еще дополнительное крепление в боковую стену, так как пол идет паркет, еще идут, то есть, ну, очень большая высота, скажем так, до бетона, поэтому, ну, в принципе, под сейфом будет находиться, то есть материал недостаточной плотности, то есть есть возможность его подковырнуть, дотянуться, поэтому крепления продублированы еще в силикатный кирпич в боковую стену. По конструкции это стандартный бетонный сейф монолит, это наружный лист пятерка 5 миллиметров горячекатанный, потом идет 5 сантиметров армированная фибробетона, потом листройка идет, замки ригельной системы защищены 6 миллиметрами в бетоне, пластина идет 6 миллиметров каленая, и перед замками 6 миллиметров, то есть 12 миллиметров каленого металла защита замков. Ригели выполнены из нержавейки жаропрочной, внутренняя крышечка тоже выполнена из нержавейки, сейф оснащен двумя полками из нержавеющей стали. Так, вот такой вот получается сейфик стандартный. Стенки тоже, конструкция та же, 5 миллиметров наружный лист, потом 6 сантиметров бетон, потом идет тройка внутренний лист. Вот такой вот сейф стандартной конфигурации монолита.